Знаю, Галю, як звірі в квартирі, а в студії у нас же звірів повно. Так, звичайно, тому що нарешті у нас гості, яких чекали наші глядачі, та й ми з ними. Вже і інформаційники приходили, і приходили техніки і оператори. Що у вас сьогодні будуть собаки? Кажу, так, вже зранку чекають. А наша команда кінологів повернулася з Херсона, з чемпіонату України. Зараз розкажуть про свої досягнення. Отже, доброго вам ранку, Вітаємо доброго, вас. Вітаємо. дякую вам за цей ранковий візит. І за те, що ви не самі, а в такій красивій, чудовій, лагідній А з компанії, тобою може, можна хтось просто стоїть. поздороватись. Дева. Можна привітатися? Лапку дай. Вона оближе наш. Попроси, ні, Василь, не попроси, дай лапу. Ну, дай лапу. Дева. Він не хоче. Я Ти без просто... ковбаси. Давайте все ж таки познайомимось. Представлю Олена Троян, голова Миколаївського обласного громадської організації «Трон». Так. Цікаво, гість із дуже незвичайним, рідкісним прізвищем. Так, Микола Пушкін і Віталій Саченко. Доброго вам ранку. Вітаємо вас. Представте своїх вихованців. Миколо, прошу. Це Корса RJ Strong. Їй 11 місяців. Ага. Так, не слухняна. Так, як всі дитинки. Внимание, внимание. Маленький ще, да? Порода яка? Американський старшеширський тер'єр. Так, це дуже лагідний песик, дуже вихований, розумний. Так. Вредний. Вредний. Віталію, прошу. Як вони відчули, що про них говорять. Так, так. Застіснялися, застіснялися. Серйозний друг такий. Сибірський хаски, почти год йому. Очень выносливая собака. Як любит звати? Бегать. Как Стиг. Стиг, да? Так, волохатый, м'якенький. Так. Сибирский. Давайте... Ездовая собака, нет? Да. Ездовая. То есть на него можно запрячь и... Да. И пахать. Давайте расскажем, как вы съездили на выставку, а потом еще нам про своих друзей расскажете. Як ви з'їздили, Олена Михайлівна? Значить, ну, у нас ребята молодці, вони активісти. Як представили? Да. Вони були на нашій виставці, теж чемпіонат України, який проходив в апрелі місяці. І тепер в маї місяці вот, собрали команду і поїхали на Херсонську виставку чемпіонату України. І в заключенні, вот, в це воскресенье, то есть, була ще в Николаєві виставка, вони теж там ребята були. Вот. І мне очень приятно, что они не просто были участниками, но и победили в этих выставках и получили свои самые высшие титулы в классе юниоров. Это юный переможець Украины. И они закрыли юного чемпиона Украины. Так что это у нас сидят здесь два представителя Бачим. Юных чемпионов. Мы бачимо нагороди. Да. Вот эти нагороди, это то, что вы привезли. Так? Ну, да, у нас Николай немножко, вот, он не так часто выступает у нас, как Стиг. Вот, вот его крайние дипломы и медали. Виталик, у него красивая стенка, он решил ее не нарушать, взял только с собой кубки и медали. Вот. Но Виталик выставляется, ну, немножко чаще, поэтому кубков у него немножко больше. Вот три выставки, три кубка. Вот, то есть вот мы вот так вот заработали. В каких дисциплинах выступали наши друзья? Ну, как красота, конечно. Красота. Красота, да, породность. Здесь у меня выставки, я уже говорила неоднократно, что это представление ярких представителей породы, то есть это достижение наше за, ну, за техническое достижение, то есть вы хотите иметь красивую собаку, приходите на выставку и любуйтесь. То есть они здесь соревнуются по породности, по красоте. Кто красивый, кто умеет себя преподнести, вот ребята могут рассказать, как они занимались, как они учились. У нас очень хороший отчет, фотоотчет мы с Херсона привезли, вот там ребята, видно, как они старались, как они показывали своих собак. В общем, они, конечно, отработали на 12 баллов. Конкурс краси, але все одно тривала підготовка. Що, як ви готувалися? Як ви готувалися? По вечерам выходил в людное место, чтобы не боялась людей. Бегал с ней упорно. Сначала не хотела. С маленького возраста была очень упорная. Бегать вообще не хотела. Потом потихоньку каждый день выходил на садовую, тренировал ее. Потом она уже начинала бегать. Потом уже, когда по первая... команде, да? Да, по команде. Потом так уже, когда первая выставка прошла, она уже полностью усмирилась, была полностью послушная в таком деле. Бегала,
Вже привикла, да, можна сказати. Віталік, чому довелося вчити свою собаку? Этот пес очень энергичный, и с ним, если его не дрессировать, то с ним можно, ну, не справишься просто. Он бы на голове еще у меня, что у родителей сидел бы. И мы где-то с трех месяцев, только когда взяли, когда прививки уже разрешили выйти на улицу, сразу пошли к Елене Михайловне на дрессировку. Да, это я, мне когда они пришли, папа привел мне сына с хаски, и это их первая собака, ну, вот его первая собака, у меня, конечно, был шок. Мы папу напугали, Виталика напугали, и ну, я никогда не думала, что вот Виталик такой целенаправленный, он поставил себе цель, и когда мы дрессировали, мне, конечно, ну, меня это все пугало, но он настолько вот правильно, хорошо и настойчиво занимался со своей собакой, что вы не поверите, он у меня лучший в группе. Вот, то есть, несмотря, что у него очень сложная по характеру собака. А вот интересно, северная собака, как ну, она вообще в наших условиях? Ну, вы понимаете, это тяжело. Это мода, вот, нравятся пушистики, вот, конечно, им очень тяжело, потому что наш климат для них очень жаркий, вот. И да, и опять-таки, эта собака ездовая, она не социальная, то есть она запряжена была в санки и гей-гей, вот. А так как она живет уже в городе, она обязана быть социальной, она обязана быть адрессированной. Поэтому сейчас эти навыки прививаются собакам, но это очень тяжело. Но, я так думаю, уже в третьей-четвертой генерации эти собаки уже будут такие, как овчарки. А давайте запитаємо у господарів, чому саме вони зупинилися на представниках ось непростих. Якщо я знаю, що ці американці, вони досить такі соціальні і досить популярні, і не дарма, то ось хаски така незвична для наших студентів. Серйозна така собака. Ну, мені дуже харизма його понравилась. Він своєю мімікою показує все, що він хоче. Покажи нам себе, красунчику. Давайте покажемо. Що подобається в цій породі? Довго чи довго вибирав її? Ну, як-то одразу на хаски остановився. Папа дуже довго відговорював, предлагав інших собак, але чомусь в душу запала. В душу запала вона, так? Да? Ось така порода. Які інтересна. Складності довелося долати у вихованні? Ну, характер його справився з ним. Упрямий. Он очень упрямый, да. Он постоянно пытался сделать, что он главнее, потому что, ну, как они когда на севере, он пытается вожаком себя сделать. Угу. Ну, еще учитывая, что это кобель. А, ну, да. С самых маленьких лет пытался его доказать, что я главнее его. Ага. Ну, Виталик, говорю, вот, Виталик переупрямил. Вот, более настойчивый, я говорю, конечно, он очень много приложил. То есть мы его направляли, а Виталий, он... достиг очень высокого уровня, то есть он хорошо выставляется, он не агрессирует во время, ну, показа своего, то есть он разрешает показывать зубы, ощупывать себя. То есть я считаю, что это колоссальный труд. Разрешите наш маленький спор. Вот мы давно задаемся вопросом. Профессия кинологи, да, ведь есть люди просто собаководы, любители собак. Кинологи, насколько я знаю, отличаются тем, что это подготовка служебных собак или каких-то навыков не собак, то есть поиск наркотиков нет. И прочее. Кинолог – это широкое очень понятие. Кинолог может быть специалист по дрессировке, кинолог может быть судья, эксперт по экстерьеру, то есть он может быть… А опции кинологи или нет? Конечно, раз они имеют собак, раз они знают, как с собакой обращаться, вот… То есть, есть воспитывают. Конечно. Это уже кинолог, у него есть какой-то навык. Занимаются тренировками. Зараз ми запитаємо ще Миколу про його собаку, а потім ще одна суперечка буде. Хорошо. Коля, розкажи, чому ти зупинився саме на американцеві на цьому? Якщо чесно, спочатку я смотрел їх в інтернеті. Ну, так как читал отзывы, можно сказать, что это бойцовская собака, что она очень агрессивная и тому подобное, как-то я сразу отложил ее, рассматривал другие породы. Как-то потом... Ты бы дома себе друга мать, так? Да, очень, очень уговаривал родителей. Потом как-то родители позвонили и сказали, вот тут американский ставширский терьер, приедь посмотри. Все время приехал, разговаривал с хозяином Еремы, это ее папа. И все время именно она смотрела мне прямо в глаза, заглядывала. Прям выбери меня. Это бойцовская собака. Потом все время, я даже удивлялся, все пишут бойцовская агрессия. Ничего подобного. Милые, дружелюбные, ласковые собаки.
Бойцовская собака уже обвязала мне руки, туфли и пиджак. Она тоже поддается выхованию. В принципе, хорошая психика у матери. Это передается по наследству. То есть мы стараемся подбирать пары, чтобы они были социально не опасны, а наоборот. То есть чтобы люди... Адаптивные, да? Да, чтобы вот люди, пообщавшись с ним, вот ушел этот миф, что собака убийца. Вот. И вот очень хороший пример. Сидят два подростка. Вот, молодые люди, которые занимаются, да, занимаются делом и знают, куда себя применить. То есть это их друзья. Вот если ребенок воспитал собаку, то он воспитает и своих будущих детей. Поэтому это вот навыки такие вот очень полезные и хорошие. Час, да, вот, да, они не тратят время на какие-то интернеты. Нет, они, безусловно, конечно, сидят в интернете. Вот, но все равно они... Есть цель и задание. Да, они двигаются, они, у них есть, как они читают об этих собаках, они пробуют это все на практике. То есть это, мне кажется, это кинологи и ребята, которые вот занимаются собаками, это очень полезно. Во-первых, это воспитывает доброту, это воспитывает характер, дисциплину, потому что ты собаку должен вовремя покормить, вовремя выгулять. То есть мне кажется, это вот самое хорошее хобби. Вот. А що вас привабило? Чому ви вирішили собаку для себе взяти? Во-первых, это верный друг. Самый лучший друг – это собака. Никто не заменит так, как собака. Это преданные. Ой, можно сказать, став это как телохранители. Они не будут защищать территорию, они будут защищать своего хозяина и родственников хозяина. Очень преданные собаки, да. Очень нравятся. И очень позитивные. Виталик. Эти позитивные собаки. У нас большая собака, овчарка. 10 лет ее брали как для охраны. И, то есть, и я в детстве не мог с ней справиться, ну, выгуливать. И она была, ну, то есть во дворе только охраняла и все. И где-то год назад, перед тем, как покупать его, я решил выйти с ним погулять. И очень понравилось, но его невозможно, ну, управляться с ним было. Поэтому я решил, захотелось маленькую собаку, чтобы воспитать, чтобы... Сощенка. Да. Хомячка. Хомячка. Он с детства знал своего хозяина. Да, мы взял себе совсем. Он взял себе собаку еще сложнее, чем у него была. Но тем не менее, вот он его взял со щенка. И вот, и слушает, и охраняет все дело. Наостанок, буквально одна хвилинка. Ми посперечалися, що, я говорю, що хазяйська собака без дозволу господаря ніколи не буде їсти з чужих рук, навіть якщо її ковбаску будуть давати. Ну, що, щось дуже смішно. Понимаете как, если хозяин будет смотреть, собака не возьмет лакомство. Если собака отвернется, если человек отвернется, хозяин, то соблазн есть. Вот, да, допустим, магазин, у меня борзые, как бы ты их ни отучал, это собаки-воры. Они в любом случае при мне они не возьмут, без меня они все... То есть только хозяин отвернулся, да, да, все. Они хищники. Вышукані собаки. А вот эти собаки возьмут с чужих рук? Ну, при господаре. При господаре. А если господарь не дозволит? Тогда не возьмет, по-любому. Да, это собаки попрошайки. Нет, я вообще не хочу, чтобы она не брала, не возьмет. Зрозуміло, не возьмет, если хозяин смотрит, хозяин... как только хозяин отвернется, все, может, она возьмет. Нет, такое может быть. Это опять-таки, ну, это уже зависит от стабильности, ну, требований от собаки. Ну, от ее, наверное, внутренних... А вот у него глаза разные. Это породность. Это вот именно вот любят хаски. У нас даже на сайте написано «Хаски разные глазки». Ага. Вот. Да, поэтому это их не породная. Вот если в других породах это бракуется, то это для них является породностью. Ага. Вот. Дивіться, вони вже подружилися. Вони завжди дружаться. На цій діти. Ноті дитячого спілкування і юнацького місця. Ми завершимо програму «Новий день». Дякуємо вам за ті позитивні емоції. І за таку веселу, приємну, теплу компанію. Так, і за таку компанію. Ми прощаємося з вами, друзі. До наступних зустрічей в ефірі.